Замечательным праздником, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, делах и, конечно же, кавказского нашего долголетия. Ну, сегодняшние наши мероприятия мы, наверное, начнем с выступления детей, которые подготовились. Давайте пока послушаем их. Дорога ни войны жестокой, есть на прором свирепый враг, но встали грудью Севастополь, Одесса, Керчь, Марамадан, как в славном городе герои у Остинского села, свинцом политая и кровью черта победы пролегла. Вдали от моря бух причалов, от милых сердцу берегов, железною преградой встала стена курсантов моряков, пробившаяся дорогой дальной фашистской нечисти кулак был остановлен и раздавлен здесь, у села Марамадан. И те, кто головы сложили, все, кто сражался здесь в войну, своей грудью заслонили Кавказ, Россию, всю страну. И вот в предрассветное рано ударили взрывы гранат, мелькнули в сером тумане мундиры чужих солдат. Под визгами, сметая все в пути, рвались в атаку, щелкали запалы. Им было каждому не более 20, но их страна, их море воспитало. Не было здесь моря и не будет, Каспий до Казбека не дойдет. Скал непробиваемые груди, в море не купать тебе, Эльхот. Не увидеть кружева прибоя и тебе, село Майрамадан. Только почему же тут с волнением люди о матросах говорят? Якорь со звездою заселением, бронзой нетускнеющий горит. И откуда снова появились здесь в Майрамадаге моряки? Почему им низко поклонились гордые седые старики? И как эхо над селом звучат имена героев-моряков. За родину пал он в неравном бою, вы память о нем сохраните. Стоят деревья в почетном строю, и солнце застыло в зените. И в час, когда горн над родиной поет, колотится сердце героя. Матрос неизвестный из камня встает, весь белый, как пена прибоя. Он в землю родную легендою врос, не выронив красное знамя. В чеканном строю неизвестный матрос шагает в историю с нами. По всем фронтам, на море и на суше, моряки флаг свой гордо пронесли. Прославив на века морские души, поклон им всенародный до земли. Ты выбрал путь достойный патриота, и с честью служишь родине своей. И корабли всего морского флота родными стали для тебя теперь. День военно-морского флота, праздник мужества и славы, пусть сопутствует успех капитанам всей державы. Пусть гордится вся страна вашей гордостью и славой. Спасибо, Олег. И хранить вас пусть всегда крест Андреевского флага. Все, кто на службе сегодня в рядах военно-морского флота, все, кто не знает понятия страх, но знает цену почета, все, кто прошел свою службу давно, но позабудет едва ли, волны морские во время штормов и бесконечные дали, пусть вам, ребята, всегда везет, пусть вас не встретит горе, пусть к вам дорогу счастье найдет на суше и на море. Каждый год в конце июля мы собираемся на этой священной земле. Собираемся, чтобы почтить память молодых курсантов. И, конечно же, в очередной раз отметить праздник – День военно-морского флота. Дорогие наши моряки, войдя в наш музей, вы внесли с собой шум прибоя, голубизну морей и океанов, красоту гор и, конечно же, любовь к своей отчизне. Это вас фашисты называли морскими дьяволами. Это вы топили их корабли, сбивали их самолеты, уничтожали их подводные лодки. Не было вам равных и на суше.
Мы говорим вам спасибо и низкий вам наш поклон. С праздником вас, дорогие наши гости! Слово предоставляется председателю Совета ветеранов республики Каболову Султану Налутовичу. Добрый день еще раз, уважаемые товарищи, участники. Действительно, сегодня великолепный праздник. Мы помним, как в советский период всенародный праздник, День Голома Москвы. Ну, сегодня мы, может быть, в масштабах меньших, но все равно слава моряку была в истории, и она останется нашей героической историей. И правильно делают те личности и те организации, которые помнят свои праздники, праздники, которые объединяют нас, которые возвеличивают нас, и в силу возможностей своей все делают для того, чтобы так и было. Я думаю, что наши ряды будут возрастать в плане внимания к таким праздникам, в частности, ко Дню военно-морского флота. И мы благодарны вот детям, которые, видите, он какой защитник отечества, как он подготовился, как он жестами. Это дорогого стоит. И если у нас превратится это в массовое дело, ей-богу, наши отношения, они будут более честными, чистыми и более возвышенными. Давайте общими усилиями, мы благодарны главе администрации района, вот замглавы с нами находимся, но потом еще раз переговорим, надо, чтобы повсеместно и руководители местных органов были с такими организациями, с такими людьми, как Фатима. Вот посмотрите, она живет тем, что есть музей, тем, что вот здесь центр воспоминаний всего героического, она этим живет. Она, если кому-то надоедает, то ради того, чтобы так было, чтобы мы были возвышены и чище. И мы благодарны вам, вашим сотрудникам, вашим коллегам, благодарны всем тем, кто принял участие. Я хочу выразить свою признательность новому комиссару, полковник. Вы посмотрите, вот очень симпатичный, обстоятельный человек. Его послужной список дойти от летчика до командира авиационной дивизии, имеет все регалии, которые бывают только у летчика первого класса, летчик-снайпер, заслуженный военный летчик. Он просто не может, он хотите, Богом созданный человек. Да еще и потому, что он Богу поближе бывал, чем обычные люди. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы сочли возможным сегодня принять участие вместе с нами. К сожалению, не каждый тоже в силу своего должностного положения, может быть, не считает возможным выехать, побыть. Вот я вижу, едем у военкома своя машина, он рвется к ветеранам. Это какое доброе пожелание быть среди людей, чья заслуга заслуживает, ну, всяческих похвал. Поэтому мы вас поздравляем, удачи вам желаем. Дай Бог, чтобы Осетия стала родным для вас краем. Человек, который признает новый край родным, у него все в жизни получается, и в семье, и по работе. Дай Бог, чтобы у вас так и было. Огромное спасибо вас, дорогие друзья, с праздником еще. Держитесь, Петр Григорьевич, держитесь, флагман. Держитесь и ни шагу назад. Вперед к сияющим вершинам. Ближайшая задача – подойти к 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Давайте будем вместе. Это дожить надо. Доброго, спасибо. Надо. Если есть будем стараться. Желание высказать свои отношения. Ну, давайте пока дадим вот председателю, как сегодня Руслан рассказал, руководителю секции Комитета ветеранов войны военной службы Республиканского совета ветеранов, уважаемому Сан Санычу. Хорошо, что он Романов. Я сейчас говорил, что не Романов, иначе бы всех. Иначе, да, еще и на царский престол претендовали, да? Ну что хочется от имени моряков, ветеранов, в основном советского военно-морского флота. Ну, фактически это российский военно-морской флот был. Еще раз поздравляю всех жителей села, республики и всех тех, которые здесь присутствуют.
Мы моряки, хоть нас и немного, но как подметил Салтан Аликович, вот мы в тельняшках, вот. И Петр Григорьевич, он у нас остался один самый почетный моряк, который в составе, уже как сказали, в составе 34-й бригады вот здесь непосредственно воевал. Поэтому спасибо от имени моряков, спасибо вам всем. Ну, Фатиме мы благодарны, и это не первый год, а почти все время, и те, которые вместе с ней занимаются здесь, в музее, им низкий поклон и пожелание здоровья, благополучия в доме, в семье и всего самого наилучшего. Спасибо. Сведения, Руслан Александрович, вы, наверное, знаете, он помощник руководителя, председателя Российского совета ДОСА. Так коротко я скажу, вы длинно можете рассказывать? Руслан Александрович, советник председателя ДОСА в России. По вопросам патриотического воспитания. Я скажу, Руслан Александрович столько внес в дело патриотического воспитания, возрождения патриотизма в душах, что одним словом и не скажешь. Мы ему говорим спасибо, наверняка он как-то обратится к народу. Всегда с народом. Ну, конечно, этот день очень торжественный, с печалью и в то же время соприкосновением к подвигу. Собственно говоря, это пацаны вот здесь, курсанты 4 военно-морских училищ, которые насмерть стояли, потому что Суарское ущелье – это выход военно-грузинской дороги. То, к чему стремились немцы, когда шли на юг, выйти к военно-грузинской дороге и дальше на Баку, Бакинской нефти и так далее. Курсанты не дали им это. Они остались навечно юными, молодыми. И когда вот такой кроха с таким воодушевлением говорит об этом подвиге, мы должны быть спокойны, что все будет нормально. У нас нормальная молодежь. С праздником. Вы будете тут? Ну, администрация района. Наверное, коротко и быстро, да. Нам главы администрации, дорогие, уважаемые наши ветераны, от имени района, от имени главы района, поздравляю вас с праздником. Здоровья вам, счастья, чтобы вы всегда радовались вашим детям, внукам, а Царство Небесное тем молодым ребятам, которые ценой собственной жизни защитили нашу сегодняшнюю жизнь, Царство Небесное. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо. Ну что, тогда возможно? Ну, давайте возможно. Давайте почти. А то и так.